Приветствую всех, друзья, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы продолжаем вместе с вами проходить игру «Принц Персии. Схватка с судьбой». В прошлой серии мы наконец-то догнали женщину в черном, что напала в свое время на нас на корабле и потопила наш корабль, также надавала нам по люлям и оставила шрам на лице. И в прошлой серии мы, собственно, ее того убили. И теперь мы должны выбраться из этого места, так как путь назад старый нам отрезан. Давайте попробуем это сделать. Я надеюсь, будет не очень сложно. Так. Нам придется заняться опять привычным делом, то есть акробатикой. Ну, я думаю, за это мы все и любим эту игру. Так. Наше приключение обещает быть довольно увлекательным. Так. Оп. Мне кажется, что это делается не так. А вот так. Время от времени я буду ошибаться, как и все люди. Постараюсь сделать это поменьше. Я просто еще не освоился с управлением. Ведь только что мы прошли первую часть, а там все немножко по-другому. Так. Мне музыка не нравится. Понятно. Я здесь не для того, чтобы причинять тебе боль. Да ну. Идите сюда. И раз. Так, принц, тебя колбасит нешуточно. Разве мы уже закончили? И пробежка. Выкуси. И это. Молодец, хорошая девочка. Так, вроде со всеми справились, давайте поднимемся теперь наверх. О да, акробатика, паркур, сломанные кости, потраченные нервы. И раз. Так, давайте. Вот так вот поползаем немножко. Принц у нас благо сильный, выдержит. Так, ребята. Теперь быстро. Так, нам надо совершить поход походу в обратную сторону, то есть телепортироваться обратно в настоящее, чтоб... Ох, это было опасно. Да, точно, чтоб выбраться отсюда. Потому что в прошлом, как мы видим, путь полностью назад отрезан. О, да. Она больше не работает. Что-то не так. Да ты кэп, принц. Ладно. Попробуем по старинке. И вот так. И не так. И раз. И два. И раз. Нет, неверно. Комбинации довольно простые, но каждый раз меняются, поэтому не всегда можно угадать. Так, телепортируй меня, пожалуйста. Надо по-доброму, даже к неживым вещам. Так, нам что-то дали еще. Глаз бури. Эта способность позволяет замедлять течение времени для всех, кроме вас. Ага, понятно. Это очень полезная штука. Что в бою, что просто так. Хорошо. Похоже, я опять в настоящем. По крайней мере, я знаю, что я могу. Так, нам очень повезло сейчас. Так, ребята. Я не совсем помню, что теперь нам делать. Я думаю, разберемся по пути, ведь мы прошли когда-то эту игру.
Понятно. Сейчас нам надо протестировать замедление. Вот так. И побежали. По-другому это место просто не пройти. Здравствуйте. Как ваше ничего? О, да. До хака. Этот парень у нас хранитель времени. Вон, видите, даже его рога олицетворяет восьмерку бесконечности. И гоняется он за нами из-за того, что мы в свое время открыли пески и потом исправили все. Ну, по идее, мы должны были открыть пески, и так должно было дальше течь время. А мы взяли и переиграли все. Теперь он... Раз мы все переиграли, он спешит исправить ошибку, то есть нас. Просто убить нас хочет. Просто я это рассказываю, не все поняли подоплеку в свое время. Я когда первый раз играл вообще, на сюжет особо не обращал внимания, потому что я в нем просто запутался. Я просто наслаждался акробатикой, боевкой, да и вообще сеттингом. Игровым. Кстати, довольно много я что-то стал просто говорить. Ой, ребята. Я к вам в гости пришел. Давайте будем добрее. Оп. Так, главное не поворачиваться к ним спиной. Они пьют кровь. Ну, типа того. Минус. И тебя. Прощайте, дамочки. Как вы там? Вам хорошо? Ой. Вы вернулись? Так. Нет. Моя кровь невкусная, пожалуйста. Вот это вот нехорошо совсем. Разве мы уже закончили? Так, они меня пилят. По чуть-чуть. Давайте сделаем вот так. Я здесь не для того, чтобы причинять тебе боль. Да ну. Дамочки, полетайте, пожалуйста. И ты полетай. Как видите, они довольно тяжело пилятся пока что. Нам надо либо оружие получше, либо побольше улучшений найти. Так. В свое время, я не знаю, как у вас, но мне доставило довольно много проблем вот такая вот ситуация, когда требовалось телепортироваться. Так, ребята. Я не знаю, принц, вот. Типа того, надо было тебе сделать. Давайте попьем водички. И нам сейчас потребуется очень быстро побегать. Дахака, он нашел меня здесь. Беги, принц. Ран! Ран! Да что ж ты на него смотришь, дурак? Бежим, 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 бежим. Кстати, говорят, что если замедлить или в обратную сторону воспроизвести то, что говорит Дахака, то он вполне, так сказать, определенно разборчиво говорит. Ой-ё! Как представлю, что бы я делал на месте принца. Наверное, спрятался в уголок и плакал, как маленькая девочка. Вот такая махина, если за тобой бегает, и ничего ей нельзя сделать. Разве что жить в бассейне.
И то у него же щупальца будет как рыбку вылавливать. Оп. Все прекрасно. Пока что идет. На редкость. Но у меня есть, если честно, ощущение, что... Так. Что Дахака нас найдет и здесь. Так, вопрос. Давайте попробуем сделать вот так. Прекрасно. Так. Готовимся. О, да. Run. Беги. Уйди, противный. Я не дружу с чёртом господином. Ура. Постой. Она не может пересечь реку. Этим можно воспользоваться. Перевод, конечно, оставляет желать лучшего. Он не может пересечь реку. Просто воду, наверное, там было. Water. Превосходно. И вперед. Мне удалось освободить Дахаку. И теперь мне нужно быть осторожным. Он вернется. Он всегда возвращается. Принц, у нас какой-то это загружен сегодня. Здравствуйте. Как ваше ничего? Как вы там? Что это за зверь? Так, сзади нас упала какая-то железка. Может, это топор был. Я сижу в наушниках и играю, прохожу. Это понятное дело. И поэтому хорошо слышу, как у меня за спиной и... В общем, шумит железка. Возможно, это и воткнувшуюся... Ребята, это был не я. Это был не я. Принц сам упал. Возможно, то был топор. Но я как помню, вроде, по игре... Так, что же я помню там? Я уже забыл, что я помню. А, там на нас кто-то сзади хотел напасть. И тот мужик нас спас. Ё-моё. Как вы тут ходили, ребята? Уму непостижимо. Ой-ё. Я пошутил. Давай, телепортанись, получи, распишись. Если не знать, какие там ловушки, довольно-таки мило выглядит дворец. Я не победил. Да ну, принц, ты что курил? И... И ты непобедим. Я, конечно, все понимаю, но я тут особо ничего не могу сделать. Я жму на блок, но удары все равно принц пропускает. Поэтому не кидайте в меня помидорками. И картоплей. Какой-то веер нарисован. Кстати, я никогда особо не обращал внимания на эти орнаменты. А теперь... Или фрески. Нет, и... Спасибо. И бегом. Так, впереди, как мы видим, дверь открыта. Похоже, нам туда. В прошлый раз она была закрыта. Ну, как я думаю, видать, Кайлина включила флай мод или
кому как нравится, и перелетела туда. Слушай, дамочка, ты там, насколько я помню, давно... Нет, принц, так не надо. Скопытилась. Я буквально в прошлой серии тебя убил. И не надо теперь орать с того света. Или это просто так, возможно, коряво перевели. Я не играл в английскую версию игры. Поэтому ничего не могу сказать. Чудесно. И давай. Побежали. Крутись. Так, так делать не надо. Прыжок. Так, ребята, я однозначно знаю, что в конце меня ждет Кайлина, или девушка в красном, я помню еще. И у меня только единственный вопрос, как она прошла мимо всего этого? Это дама Терминатор. Это опасное место. Тебе не следовало возвращаться. Меня это не пугает. Я должен увидеть императрицу. Это невозможно. Моя миссия. Это очень срочно. Я должен увидеть ее. Ты не понимаешь. Когда последняя песчинка в этих песочных часах упадет, императрица создаст песок времени. Никакие твои дела не могут быть важнее этого. Я пришел остановить императрицу, не дать ей создать этот песок. Тогда ты попусту тратишь свое время. Создание песка было предсказано потоком времени. Это нельзя остановить. Я только что спас твою жизнь. Дважды. И я прошу тебя дать мне информацию. Скажи мне, где этот песок будет создан? Там. Но эта комната закрыта. Тебе не войти туда. Должен быть какой-то способ. Тебе придется отключить систему охраны замка. Это непосильная задача. Когда человеку грозит смерть, он зачастую способен на невозможное. Скажи мне, как сделать это? Принц, гнилые зубы. Ворота управляются сложной часовой системой, находящейся в механической башне. Но даже если ты сможешь добраться до этого устройства и включить его, машине еще понадобится энергия. Когда вода проходит по этому рву, машина получает энергию. Но сначала тебе придется наполнить ров из запасов садовой башни. Если ты активируешь обе эти башни, дверь откроется. Тебе это понадобится. Это больше, чем просто оружие. Он также служит для активации системы мостов, которые дадут тебе доступ к другим башням. Но это ничего не изменит, впрочем. Так, у меня, как видите, звук пропал почему-то. У меня лицензия. Я не знаю, из-за чего это. Змеиный клинок, ну понятно. Я не буду это читать. Там все по стандартно, потому что. Сучок. Похоже, вот эта вот штука говорит, сколько мы нашли улучшений. Еще раз, два, три, семь. Два нашли, семь найти еще осталось. Так. Надеюсь, я успею. Оп. Я немножко нервничаю. Тут камера так жестко иногда поворачивается, что непонятно, что тебя ждет дальше. И раз, и два. Так.
Пробежали. Конечно. Идеально. Вообще вот круто. Финс, ты молодчинка. Так, по-быстрому сохранимся. Там если... Оп. Мне. Это честь для вас умереть от моего меча. Брейкданс удался на славу. Зрители в восторге. И я тоже. Так. Так, а как использовать-то? Может так? А, все. Туплю. Так, я там внизу, если что, видел как бы этот. Дверь. Как до нее добраться, теперь бы узнать. Походу, вот так. Раз, и два. Так, падай. Ехали. Я прям в уголок бьюсь. Ура. Давайте вернем время. У меня такое ощущение, что все для меня тут довольно плохо закончится. Ух. Это было сурово, ребята. Справились. Это главное. И мы стали сильнее. Что значит, мы лучше будем бить врагов. А это довольно-таки будет важно в будущем. Ловушки пропали. Уже хорошо. Это меня нервирует, но, видать, от этого не избавиться. И раз. Так. Ну вот скажи мне, друг, ты вот зачем это сделал? Блин, ну я же жму правую кнопку мыши. Это вообще было жестко. Нервы сдают аж. Ну сами подумайте так. Неожиданно. Прыгнуть. На месте принца я бы уже крыл меня
трехэтажном. Превосходно. Заменим оружие. Понятно. По-другому тут никак не успеть, как понимаете. Поехали. Так. Надо успеть по-любому. Фух. Так, давайте на этом закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. С вами был Дмитрий.